Наступает самая жаркая пора лета, а это значит, что пришло время для новых приключений в детском оздоровительном лагере «Юнармеец». 27 июня здесь началась вторая смена. Ребята, которые приехали на отдых, встречают каникулы с отличным настроением, а сохранить его на протяжении всего отдыха в лагере юным воспитанникам помогут веселые и активные вожатые. Они подготовили для ребят специальный приветственный концерт. Приехали на открытие смены и другие гости. Я желаю, чтобы вы физически окрепли, чтобы вы здесь нашли новых друзей, чтобы вы познали много-много интересного. Великолепных улыбок, хорошего настроения и, конечно же, запомнить эту смену на всю оставшуюся жизнь. А вспомнить будет что? Руководство лагеря подготовило для ребят невероятную программу. Для всех желающих здесь будут функционировать специальные кружки. Научиться в эту смену можно будет пению, вышиванию, игре на фортепиано, танцам и даже цирковым трюкам. Поддержат все творческие начинания воспитанников опытные преподаватели и инструкторы, которые, чтобы доказать свою квалификацию, устроили для ребят показательные выступления. Некоторые из них вызвали в зале настоящий восторг. Ну а закончился шумный праздник по традиции танцами и салютом. И судя по тому, с каким задором ребята отметили начало своего отдыха, вторая смена в лагере «Юнармеец» останется в их памяти надолго. Мария Смирнова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».